Всем привет! Сегодня у нас будет пластмассовый нож. Уж не знаю, железный это я металл, пластиковую трубу металл. А что, если сделать нож из обычной пластмассы? Воткнется он или не воткнется? Сейчас посмотрим. Да без проблем. Пенек у меня водой не пролит. Сблизи-то он воткнулся. Надо чуть подальше отойти. Да без проблем. Без проблем. Ты нифига себе залез. Что ж такое? О! Хана ножу. Одноразовый оказался. Пластмассовый нож – недолговечная штука. Но, в принципе, я его и заточил нормально. Так что пластмассовый нож может быть опасным. Надеюсь, это не сломается. Сломался. Смотрите, издалека он очень даже опасен. Это не игрушка. Получается уже. Хотел сделать игрушку. А пластиковые ножи, блин, тоже опасные бывают. Так что, что могу сказать? Первый ножик у нас сломался. Хорошо, что я второй сделал. А второй, сколько там? Метров 7-8. Он тоже воткнулся в цель. Так что пластиковые ножи тоже грозная штука, в отличие от железных. Ну как, не в отличие. Смотрите сами, что может обычный пластиковый нож сделать. Я, конечно, ни к чему не призываю, и за мной просьба не повторять. По форме обычный нож, а втыкается, в принципе, очень даже неплохо. Так, ну что ж, блин, надо камеру подальше поставить. 10 метров, пластиковый нож, воткнется или нет? Да воткнется. Уж не знаю, с той камеры видно будет или не видно. Я думаю, надо, наверное, подальше отойти еще попробовать. Вот он, красавец, торчит. Так, совсем забыл. Пластиковую трубку метров с 10 метнуть. А то 3-5 метров ерунда, надо с большой дистанции тоже ее посмотреть, как она себя ведет. 10 метров пластиковая трубка. Втыкается, будь здоров. Так что бронебойная, не бронебойная трубка, но причинить вред может. Ну, подходить смысла, я думаю, нету.
Так, ну что ж, камеру переставил. 15 метров пластиковый нож. Реально ли с 15 метров пластик воткнуть? Реально. Звук классный. Надеюсь, блин, высоко тут зарядил. С той камеры, наверное, не видно будет. Значит, надо подойти все-таки будет. Я так думаю. Ну, может, видно будет, не знаю. Смотрите, пластиковый нож — опасная штука. Тем более в нераздолбанное воткнулся. Вон насколько. Подписывайтесь на канал и не такое увидите.